Кометы всегда считали знамением, видели в них угрозу. В истории человечества сохранилось немало свидетельств падения комет, предвестников страшных событий. Незадолго до начала Великой Отечественной войны небо над территорией Советского Союза прочертили сразу три хвостатые кометы. Января 1941 года астрономы Пулковской обсерватории наблюдали полет кометы Кунингема. 25 февраля над тем же регионом показалась комета Фриенда. И 12 июня голландский астроном Ван Гент открыл новую комету, идущую в сторону СССР. Каждое появление кометы Галлея на небосклоне предваряло весьма мрачные события в истории нашей страны. Комета Галлея – это одна из периодических комет. Период обращения у нее около 75, там 74, 76, по-разному, ну, средняя, там 75. Ее наблюдали аж 2000 лет тому назад. Появление кометы Галлея в 1222 году нашей эры предшествовало татаро-монгольскому нашествию – битве на реке Калка. Ее последнее появление в 1986 году произошло ровно за 15 дней до трагедии в Чернобыле. Мистические совпадения – это еще, по-моему, со Средневековья начались, когда там пролет кометы приравнивали к эпидемии чумы, то есть это все взаимосвязывали. Для многих мистиков признание Тунгусской катастрофы следствием столкновения с Землей кометы могло бы стать объяснением многих произошедших в 20 веке событий.